Так вы считаете, что Терешкова предатель? Конечно, она предатель народа. То есть она не имела права говорить от имени народа? Ни в коем случае. Они живут в другом мире. И они только свои интересы преследуют. Ну, когда кого? Путина там на очередной срок выдвигают. Держатся за свои хлебные места. А вы придете к власти, держаться не будете? Нет. А вы что нет? Говорите? Вот знаете, когда мне говорят, все воруют. Я говорю, я не ворую. И знаю, что не все воруют. И давайте выбирать таких, которые не воруют. А если вы думаете, что Путину нет альтернативы, то вы не патриот. Вы очень плохо думаете о своей стране. Терешкова выходит из машины, подходит сюда. Я к ней, я подошла еще с каким-то мужчиной, не знаю, кто он там. Я выкрикнула: «Предатели народа!» Она сразу так обернулась. Я говорю: «Вы предаете народ. Почему вы от нашего имени выдвигаете Путина?» Я говорю: «Мне не нужен ваш Путин». «А мне нужен». Я говорю: «Да он же военный преступник, он же развязывает войны, его судить надо». Она, ну, короче, вот я еще там сказала, что вы предатели народа, честно говоря, разволновалась. Она вот, знаете, вот как маска, вот просто не человек, а маска. И они все там не люди, а уже маски. А? Она тебе пригрозила. А, ну да, когда я сказала, что он преступник, и его надо... Она, это вас надо привлечь. Да. А как вот вы относитесь к тому, что вчера Собянин издал указ о том, чтобы запретить до 10 апреля все массовые мероприятия? Ну, как я могу к этому относиться, кроме как... Сосредоточиться на два они города. Просто, все. Имея власть, они делают все, чтобы нам не дать...